От рассвета до заката сегодня убирали снег на улицах Самары. Ночью на работу вышли 220 единиц техники. При этом время на уборку города сократилось благодаря современным машинам, таким как лаповые снегопогрузчики. Рабочие их ласково называют «золотые ручки». Они и работают быстро, и в управлении удобны. Более удобнее техника стала, современнее. Отдыхаешь. Снег убирают во всех районах города, в том числе отдаленных. За одну ночь вывезли 3000 тонн снега. За чистоту городские коммунальные службы борются вместе с управляющими компаниями. Перед тем, как начать уборку улицы, снег вывозят из дворов. В ходе уборки самой улицы этот снег убирается. Соответственно, если управляющая компания не успела это сделать до уборки, никакого слоя снега на очищенной дороге не допускается. Это уже применение административного наказания, и за свой счет управляющая компания убирает этот снег. В департаменте отмечают, управляющая компания в этом году ответственно подошли к уборке снега во дворах. Если так пойдет и дальше, грядущие снегопады не страшны. Валерия Макарова, Максим Гусев, события.